Ты, блядь, рулить не умеешь, нахуй, понимаешь? Ты, блядь, едешь вот так вот, трясешь, понимаешь? Руль нужно плавно держать, плавно его, блядь, настраивать, плавно, понимаешь? Да. Плавно, блядь, рулить, а не вот так вот, блядь, понимаешь? Оп, нас сейчас тебя посадят. Там мутило ебаный, блядь, вообще конченый, блядь, пошел нахуй. Так вот, едь просто ровно, блядь, и все. Угу. Все, двигайся прямо. Задача, блядь, доехать, не коцнувшись ни разу. Все, вот тебе задача, блядь. Сама себе придумай задачу, и все. Я ори, блядь, ебаный в рот, нахуй. Тут специально, блядь, ситуация экстренная сделана. Я ж тебе поэтому и говорю, блядь. Тут люди долбоебы, как и в жизни. Да, NPC-боты нельзя было прописать, чтобы они мне не мешали ехать. Нет, это скучно, блядь. На дороге бывает разное, блядь. Уж нормально едут? Да? Нет, ну как нормально? Ой. Ты резко рулем, блядь, крутишь. Так, Никита, блядь. Человек не соображает, блядь, где вообще машина заканчивается. Я не знаю, где лево, где право. Конечно, не соображаю. Я что, машина, чтобы соображать, где она заканчивается? Так, значит, сейчас задача будет съехать, блядь, с шоссе этого. Так, господи, блядь, ну что с тобой не так? Ёбаный в рот, а что я делаю? Нажми газ. Все, отпусти. Я ж прямо еду. Да я задумалась, что-то. А затормози, блядь, ну что... Ну затормози, ёбаный в рот. Все, поехали. Какой задумались, блядь, вот твое колесо слева, вот оно, вот тут. Вот так едь, что-то трудно, я не пойму, просто по прямой рулить. Что тебе прямо вон туда, куда ты несёшь? У меня угол наклона такой. Все, вот едешь прямо. Окей. Съезжай вон за тем мужиком. Пробка, блядь, тут. Другой ногой. Другой ногой. Одной ногой, все правой делается. Я поняла. А куда левую деть, она сама туда хочет? А где левая должна быть? Просто рядышком? Да. Блять. Я одной ногой, я хорошо, держу. Хорошо, все, хорошо, хорошо. Все, ждем, блять. Поворотничек включаем, смотрим в зеркало заднего вида, блять. Вот видишь, BMW сейчас поедет. BMW сейчас поедет. Ага. Выезжаем тоже, видишь, машин нету. Выезжай, выезжай, блять, быстрей. Все, поворотник выключаем. Ты что, не видишь, на тротуар заезжаешь? Нет, нормально все, там пешеходов нет. Что ты делаешь? Я... Все в жопу так въедут, блядь. Я скорость... Ты аварийную ситуацию создаешь. Я скорость сбавляла, чтобы его попку не врезаться. Что ты делаешь, блядь, рули просто. Зачем ты тормозишь? Ну, чтобы не врезаться, если он тормозил. Блядь, там вот такое расстояние гигантское. Куда ты, блядь, не врезаться? Рули просто. В твоей полосе едь. Опа, лишение прав, блядь, только что подъехал, нахуй. В смысле, за нами гонится? Или мы что сделали? За что лишение? Ты можешь рулить, блядь, активнее чуть-чуть. Оф, я руль держу первый раз в жизни. Не надо ругайся. Блядь, пиздец, все нахуй. Я сейчас сама выйду. Нормально все. Так, сейчас. Все, пизда, ты проебала. Нормально все. Знаешь, из-за чего так произошло? Тут, конечно, утрировано, но знаешь, из-за чего? Из-за чего? Из-за разности, блядь, плоскости, по которой ты едешь. У тебя правые колеса заехали на грунт. А чё? Как назад? Все, ты не выходишь никак, блядь. Все, габелла. А можно вперед? А. Все, заново заводись. Куда ты едешь, Даш? Назад едешь. Это зачем? Стоп, а как? Да, так коробки плохо, блядь. Я уже прям чувствую. Давай. Драйв. Тебе сигналят, ты слышишь? Да. Езжай. Там автобус опаздывает из-за тебя на рейс. Так, почему не едешь? Даш, тут еще нету DLC, тут обычно выходит и ебальник дают, кстати, если ездить не умеешь. Мы что сделали? Завести машину надо. А, машина заводится только на... Да, какой же пиздец. Заведи машину, я удержи, взяла? Удержи. Все, завела. Ага, теперь поехали. Меня драйв. Вот так. Все, едем. Сын собаки. Но это сын собаки, правда, так не делается. Даже ты на нейтралку выскочила. Блять, правую. Ничего. Тебе коробку по факту один раз воткнуть на драйв и езди, блять, все.
Едь себе не спеша, все, ровно. Кати, ровно кати. По своей полосе, ровно, ровно. Да, блядь, он заебал реально уже. Выезжай отсюда. Газуй. А, мы переключили, подожди. Давай, газуй, газуй. Блядь, это просто конченый какой-то, я не знаю. Я в ахуе. Поехали. Выруль, руль, ровно сделай, руль, ровно. Вот, да, блядь, это не ровно, руль, ровно сделай, ну, да руль. Ровно! Блядь, руль ровно сделай, это перевернутый руль, блядь. Все, поехали. Господи, какой пиздец. Вот так. На заправку вон заезжай. Там заправиться надо? Да. Окей. Поворотник включай. Все, на заправку заезжаем, аккуратненько. Больше доворачивать надо руль. Налево теперь надо, на колонку заезжать бензиновую. Да, блядь, что ты делаешь, нахуй? Бля, какой пиздец. Блядь, чтобы вы знали, двумя ногами все делает вообще. Блядь, по-моему, даже руль крутит. Дай сюда. Ну, мне кажется, что она улетит. Ну, ты проехала, блядь, теперь нахуй. Да, и заправщик теперь не дотягивается до твоего бензобака. Назад. Это ну, я не знаю, соображай сама, как назад. А-а-а. Сейчас. Я еще просто вот так объеду. Нормально все будет. Даш, ты в курсе, что когда руль поворачиваешь, нужно его, блядь, отпускать руки свои немножко, блядь. Потому что если ты вот так будешь рулить, тебе не хватит, блядь, рулить, понимаешь? Все, туберкулез, блядь, пошел. Тормози тут. Тормози. Блядь, тормози. Ёб твою мать, опять проехали. Ну что за хуйня, я не пойму. Меня что, не слышно? Тормози, говорю. Торможу. Ты уже затормозила поздно. Давай назад теперь, блядь. Заводи заново, поехали назад. Сейчас. Инструктор Володя. Да-да, я. За час день он сделает из вас профессионального гонщика Формулы-1. И назад, да? Да. Почему не едем назад? Потому что я встал на нейтралку. Норм? Нет. Да. Или норм? Просто у меня у Алины права есть, так что все норм. Или я не знаю, или куда вставать. Да хуй знает, она не заправляет, что-то поехали дальше. Ладно. Должна была заправить, если что. Вперед? Вообще нам, по идее, выезд должен быть сзади, но можешь выехать, как тебе хочется. Да пофиг. Да, хуй. Да, да пофиг реально, кирпич нормально, похую. Это ж Москва, блядь. Тут все так ездят. Сейчас въебешься, блядь. Ненормально все. Не, оп. И все, нормик, смотри. Оп-оп. Блядь, руль, руки руль. Ровно сделай. Вот так. Все, рули теперь, едь. Поехали, нам на дачу, блядь, за огурцами к бабушке. Оп-оп. Что, оп-оп, видишь, тут пробка, переключайся, блядь. Душите. Вот так? Не могу не душить, блядь, мне деньги платят, за что нахуй? Таш, ну газку можно чуть-чуть дать. Оп, я учусь, я новичок, я аккуратно стараюсь. Ты же сама орала, что в город хочу уже. Ну хочу, ну я это же тут аккуратно. Можно так? Да? Я все. Поворотники надо включать, ну забей. Ну ладно. Ровно едь, блядь, ну что с тобой не так, нахуй? Да мне нравится змейка эта. Какой нравится, туда? Тебе прав заберут, туда, права, блядь, будешь так ездить. Ровно рули, едь в своей полосе. Все, охуенно едем, скорость, блядь, 80, нормально. Все, вот так и едем. Видишь, знак какой там, блядь. Левее бери, что ты, блядь, тебя несет? Че левее? Знак зигзаг. Сейчас будет острые углы, повороты. Нет, ну что ты опять съехала с дороги? Да, ну левее есть. Бери, ну. Все, едешь, едешь, ну. Во, нормально. Поехали, поехали. Давай, давай, давай. Газку можно еще. Нормально еду? Нормально едешь. Смотри, там ДЦП спереди, аккуратно. Пиздец, блядь. Косоглазие наше все, блядь. У меня, кстати, правда, чуть-чуть. Давай. Подкашиваются. Включай, блядь. Тормоза теперь, тормоз. Драйв, поехала. Нам туда вот? Нам прямо, да. Ну, чуть-чуть заехала, ничего страшного.
Куда тебя несет, блядь? Ну я не пойму. Ну можешь левее брать? Ты видишь, колесо правое наезжает. Да я просто... Мне сложно понять, где колеса. Ты по левой стороне ориентируйся. Тормозить не надо, блядь. Едь дальше. Ёба встречный. Да сейчас. Короче. Куда несет дым? Вот так нормально? Даш, у тебя руль с левой стороны или посередине автомобиля, я просто не пойму. Ну я посередине. Так ориентируйся слева тогда, блядь. Ладно. Правой стороны для тебя не существует. Левой стороной управляй, все. Научишься, потом появится правая сторона. А-а-а. Окей. Че, нормально? Нормально, нормально. Вот сейчас охуенно едем. Вот сейчас нормально, да. Вот, вот сейчас уже скорость набираем даже, нормально. Вот, во-во-во-во, вот это уже лучше, чем было, блядь. Блядь, ой, сука, стоит нахуй регулировщик ебаный. Выезжай на трассу теперь. Так, сейчас. Тормозить резко нельзя на машине, если что. Угу. Что ты делаешь? На переднем давай, блядь. На драйве на поехали. Переднем? Разворачивай просто. Действительно, зачем через лево развернуться, да, Даша? Давай через право развернемся. Нормально. Направо на дорогу выезжай. Оп-оп-оп. Все, поехали. Выруливай, выруливай ровно, руль. Вот так, нормально? Давай, поехали. Да, нормально, в гонку давай. Пиздец, бедная, бедная V6, бля, я ебал. Плавно тормози, шоу ты, блядь. Похуй, я его обгоню. А, ну поворот не надо включить. Вот педали увезла вообще. Они сами, это у тебя какие-то технические неполадки. Педали уезжают куда-то, погоди. Давай, едь. О. Я их держу ногой. Так, сейчас тужение будет. Аккуратно, видишь, там человек. Вижу. Все, едем, он нас пропускает. Красавчик. Красавчик, реально. Так, едем. Едем, едем, не спеша. Видишь, там затор какой-то, там тупицы едут. Так. Девочки хуже воют, это миф ебаный. Это от человека зависит, а не от пола. С иглы. Так. Нормально еду? Просто пацаны с детства в машинке играют, блядь, им нравится эта вся хуйня. Так, ну-ка давай, едем, едем. Да можешь не тормозить, едь. Я хочу его обогнать. Ну обгоняй. Обгон совершается с левой стороны. Сукин. Во, молодец, вырулила, долбоеба. Притормаживай, блядь, сейчас въебемся нахуй. Не въебемся, мы все под контролем. Нормально все. Левее бери, сейчас, блядь, опять занесет. Сейчас чуть-чуть. Давай, давай, газку, газку, газку. Притормаживай. Вов, а ты газ или тормоз? Вов. Блядь, Даш, ну что ты нахуй? Да что, это ты за рулем? Я говорю, притормаживай нахуй. Едь, едь, едь. Уже поздно, мы ж, блядь, вернулись. Не трогай руль, все, полетели, блядь. Вов. Вот и регулируй тормозами сейчас. Не так резко, блядь, нельзя нахуй. Вот, видишь, ровно держишься в полосе, и ничего, никаких проблем абсолютно. Все, давай. Да давай, я сама. Сейчас проедем вот этот опасный участок. Ого. Ты, блядь, долго газ будешь держать, блядь? Помню, 8 лет батина... Притормазывай. ...садил и ехал на дачку? Жалко. На, на, едь. ...что съесть не был Blood Trail. У, блядь. Все, нормально едем. Зачем ты так тормозишь, блядь, просто... Ну, у нас нет вариантов, мы бы ему в сраку... Не въедем мы ему, блядь. А, могли его объехать просто, короче, все. Охуеть, блядь.
Все, пизда. Нормально, я сейчас выйду. Ты не выйдешь отсюда. Ну, вот так на кнопочку. Опа. Никто ничего. Да, в жизни ж так же можно. На кнопочку нажал, блядь. Ну, и оп, поехал дальше. Ну, не в жизни. Это все в компьютере. Тут вообще можно пошалить. Даш, надо в город, блядь. Вези меня в город, давай, уже заебешь. Ух, ты за такси не платишь. Какая разница, блядь, такому таксисту платить, блядь. Тебе в радость должно быть, что тебя вообще за руль посадили. Я рада. Давай, едь, блядь, в своей полосе, заебешь ты. Хорошо. Опа, блядь, тормозной путь не учтен, блядь. Второй, нахуй. Нормально, блядь. Че он тут встал? Я думаю, будь у тебя парень, Даш, какой-нибудь, машина была бы у тебя последний раз, в принципе. Сейчас, я думаю, что сделать. Ничего ты не сделаешь, он на аварийку поставил. Ты в ДТП попала, блядь. Да я сейчас объеду это ДТП. Бежай. Он сын ДТП. Вот нажми на кнопочку. Я не буду нажимать на кнопку, сейчас проебешь. А можно, блядь, человека задавить? Ты, блядь, не знаешь вообще, как рулить, типа, о чем речь? Бога, тут можно кента этого сбить? Нет. В теории. Нет. А чего они стоят? ДТП там. А можно объехать? Да. А че? А, нет тут. Там такой же, как ты был. А есть такая штука онлайн? Что? Есть такая штука онлайн, где типа тоже настоящие люди так же водят. Ну, так же, как ты, нет. Вообще была, но они забанили разрабы онлайн. Ага. Ты, блядь, сейчас въебешься. Да как так-то? Потому что ты, блядь, едешь опять посередине, левым колесом. Я так могу? А, нет. Да нормально. Нормально. Да нормально все, Вов. Ну, я довезу тебя. Ты главное, чтобы ты живой был. Блядь, ты на моей машине меня довезти не можешь. О, не царапнули, нормально. А че он это сделал? Смотри, он заехал, нас тормознул и выехал на свою линию. Вот сучёныш. На крысичах. Так. Ой-ой. Ой. Нормально его? Это автоподстава, Даша. Я его сейчас так подставлю. Тихо, тихо, блядь. Страшно нахуй ехать, алло. Дарья. Нормально. Дарья, страшно ехать. До учителя еще не доросли, бля. Ну что такое-то нахуй? Ёб твою мать, Бог, блядь. Ты уже Бог, пятый раз Бог, падаешь. Это последний. Все, я сейчас аккуратно буду. Оф, это правда последний. Я тебе говорю, ориентируйся на, блядь, на левое колесо, не на правое. У тебя слева, блядь, левое колесо должно быть на колее, блядь. Ну, ты что, не видишь по текстурам, где колесо твое должно находиться? Нет, я не вижу здесь никаких текстур. Полоски, блядь, натоптанные. А, кстати, я на них внимания что-то не обращала. Куда ж ты едешь? Нормально все. Неужели вы не понимаете? Она таксует для души, а так у нее свой бизнес. Конечно. Я поэтому и денег за свое такси не беру. Притормози. Да куда? Автобус-то? Аварийную ситуацию этот автобус создал сейчас. Ну вырулила, молодец. Только не лететь бы еще, чувствовать скорость, блядь. И не тормозить резко, и вообще научилась, я могу сказать. Скорость я чувствую, нормально. Я просто сижу, ребят, в кресле откинулся, я просто, блядь, проецирую это в голове у себя. Я думаю, бля. Вот как не орать, нахуй? Блядь. У меня батя учил маму орами. Так что он не справляется, ну, на настоящей машине. Вот как, блядь, они справляются? Просто пиздец какой-то. Я в ахуе. Ты, блядь, не отвлекайся на чат, у тебя это, дорога. У меня пробка, блядь, тут. И тут что пробки теперь? Можно. Все аварии из-за того, что, блядь, кто-то смотрит куда-то, понимаешь? Едь спокойненько себе. Я помню, я с таксистом ехала, он едет, когда светофор, он хопа, телефончик и в казино.
Прикол. Встречался с это штат, блядь, подрабатывал. Года. Сегодня расстались из-за того, что она переехала и после этого поняла. Кого переехала, блядь, или чё? Сидела, плакал и ты про какой случай? На твой стрим. Забыл. Не, он рассказывает, что он с девушкой встречался. Да, но она кого-то переехала, блядь. Я еще никого не переехала. С тобой не встречались, блядь, что ты? Правильно. Когда стрим вождения вырву, бля? Никогда. Хуй знает. Короче, пошел он нахрен. Слишком медленно. Давай, Даш, нам сейчас налево на следующем перекрестке надо будет повернуть. Что, а блядь? Вот когда стрим вождения вырву. Чё? Ну сейчас немножко... Это... Сейчас она въебется куда-нибудь, я, блядь... О, ДТП, смотри. О-о-о. А что делать? Перестраиваться и объезжать. Это куда, вот так? Да. Так поворотник надо было включить. Ну ничего страшного. Тут просто мне пальцем далеко тянуться до кнопки. У меня пальцы короткие. Ой, на бордюрчик чуть-чуть заехали. Чуть-чуть совсем, ну там прям малость самую. Чуть-чуть. Да нормально. О, вам нам куда? Туда? Где лево? Тут там? Это круговое движение, надо, блядь. Ну что происходит здесь? Нормально все. Следующий съезд, не этот, следующий. Да, прямо едь. Прямо едь. Вот там, сейчас вот за газелью, блядь, туда, направо надо. Вот туда, да? Да, вон туда. Едь. Вот туда. Все правильно? Да. Я забыл, где я живу, правда, блядь. Так, потом еще поворот направо будет. Надо перестраиваться заранее. Вот направо поворот, сейчас проебем, ну. Где? Все. Не, нормально. Все, вставай. Все, вставай, блядь. Поп... Мы в аварию? Да, мы попали в аварию, Дарья. Вы, блядь, не справляетесь, нахуй. Ой, что происходит? Вставай, блядь, быстро, нахуй. Сейчас я покажу, блядь, как надо. Ладно, давай теперь придавим. Сейчас мы автомобиль, правда, сменим. Чуть-чуть. Это хуёвый какой-то, блядь. Профессионал сейчас поедет. Смотри внимательно. Смотришь внимательно? Да. Выходим. Сейчас я транспорт поставлю, так удобнее, чем оттуда сидеть. На каком мы наваливали это в прошлый раз, мужики? С-65 это хуета. Где-то был... Вот он, по-моему, да? Или этот вылетает? Не знаю, не вылетал с верхней. Этот, по-моему, нет. Давай попробуем. Сейчас, если услышишь там блум, значит, вылетает. Пиздец. Вот это прекрасный автомобиль. Кубик ебаный. Чё фон просит? Блять, а что такое нахуй со всеми, блять, ними? Чат, вы не знаете, как это исправить? Красавец! А-а-а, блять, вот как это чинилось. Так, короче, ребят. Welcome to board, Captain. Фонг, да, вы говорите, блять? Сейчас включим. Чё у меня из фонка есть? Там есть же какой-то фонг. Нормально, пойдет, я считаю. Значит, смотри внимательно. Меня нормально слышно? Нажимаем тормоз, зажигание проводим, блядь. Свет включаем, пристегиваемся, ручничок, коробочку в драйв. Все, выезжаем, блядь. Понимаешь, да? Вот, одной ногой я это все делаю. Одной ногой. Вот сидишь, чилишь, блядь, и ровно держишь полосу. Ровно. Он тормозит хуево, поэтому... И вот так вот летишь себе, понимаешь, по делам всяким, блядь. Блядь! Ну поняла, да, ДТП, блядь, соответственно. ДТП, да. Да. Откатываем ситуацию. Ну, никто ничего не ел. Тормозит хуёво, я ебу. Чего? Если бы такой ДТП в жизни произошел, то нет? Нет, я бы выжил. Он обязательно выжил. Разгазовочкой потихонечку, блядь, хуяришь.
страшного, блядь. Ой. Когда такая машина, не страшно, в принципе. Похуй вообще на правила с такой машиной. Сука, двигайся, блядь, урод ебаный. Да похуй! На плюс В. Да, блядь. Вов, забей на него, просто... Куда забей, блядь, вправо машина, нахуй. Да похуй, педали. Газ, газ. Блядь, ну чё не едем-то нахуй? Ёпта моя мать, блядь, ты... Иди нахуй отсюда, блядь, долбоёб. Ну, короче, проехали. Едешь просто дальше, вот. Притормаживаешь, всё это быстрее и динамично надо делать, понимаешь? Вот так вот. И вот в полосе держишь левое колесо, понимаешь? Тогда у тебя всё нормально. Много, столько не живут, блядь. Тут мир бесконечен, как в Майнкрафте. Да какой бесконечен, тебя все равно в круг заведет, блядь. Ага, генерируется, блядь. Вот на таких крутых поворотах надо сбавлять, понимаешь, скорость. То, что вынесет. Я по кругу завез, да, Рюми просто пишет. Нормально, ребят, вот так едешь себе спокойненько, чилишь. Когда рулить научишься, поймешь, типа, как это, блядь, просто. Ну, конечно, просто, когда ничего еще блять, занесло, все, погибла семья, ДТП, нахуй. ДТП, Вов, мы с тобой умерли сейчас. Да, все, вот так вот делаешь, пробуй. Пост-стрим инсайд. Мяу. Хэштег Братишкин и Гаечка Тэм погибли в жестком ДТП. Будешь с наркоманами дружить, так и будет, блять. Не знаю, просто так сказал. Нарлёвка, ты пило. Я не наркоман, блядь, спуяли. Я ж в игре, блядь, я так не езжу нахуй в жизни, блядь. На, где тут твое? На, вот твое. Рассказал, заебись, как отрезал, блядь. Так вот, поняла, как рулить. Теперь заводишь машину, точно так же начинаешь рулить. Но не гонять, в смысле, а просто хотя бы, блядь, руль, да, чувствовать. Тормоз зажми. Блять, тормозом мне ногу отдавило, блять. Ой, ебать. Она поставила туда ногу и говоришь, тормоз зажми, я же не знала. Да я держу, блять, ты едешь назад, мать. Подожди. Ты в газель въехала. Так. А, что у нас машина? Вов, а что машина называется? Потому что ты на передаче стоишь. А, блин. Заедет мне. Заведись? Да. Ага. Во! Так. Получишь ты машину, да? Да. Я просто, мы еще, я сейчас норм еду, потому... Да, это твоя полоса. Справа, которая... Не слева, а справа, которая... Вот это. Ну вот, уже рулится норм. И что происходит? Ой, блядь, ой, а почему? А почему мне так не вылетал, блядь? Даш, ну почти, почти. Не, Вов, я сейчас... Подожди, Вов, села неудобно. Сейчас, надо сесть. Ты... Вов, я сижу... Сейчас, подожди.
Яха, бля! Я могу ехать вот туда, где автобус едет? Блять, вот да, твоя полоса, это сплошная, за нее лишение нахуй. Подожди, я еду сейчас где? Ты сейчас в своей полосе едешь слева, встречная, что не видишь? Вот эта черта вот эта сплошная, видишь? Это называется сплошная линия. Да уж, я не знала. Привет, блядь. Это двойная сплошная, за нее вообще набутылят, блядь, жестко. Здорово. Оп! Уйду чуть-чуть сейчас. О! Только можно руки перекладывать, когда руль поворачиваешь. А не вот так вот, блядь. Ты понимаешь? Вот просто попробуй. Так. Просто попробуй покрути. Вот ты вот. Нет, ну ты вот как крутишь, блядь. Вот встань просто, давай. Тебе нужно повернуть два раза, да. Ну давай, как ты сделаешь это, блядь? Так. Давай в другую сторону теперь так же. Ты что, ебанутая? Да я поняла. Вот когда вот у тебя уже заходят, вот так перекладываешь через раз. Я поняла. Сейчас. Дай еще раз. Одна рука всегда на руле. Поехали, блядь. Нормально? Нет. Нормально вроде. Я, он же вот так думал. Ну конечно, блядь, ты сломала руль. Едь, похуй, сейчас выровняться. Че, мы не едем? Че не едем? Даже ручник я воткнул. Бля, ебаный нахуй. Рули, все ровно. Ну? Мне кажется, Вов, я очень хорошо чувствую дорогу. Мне тоже так кажется. Еще чуть-чуть. Ну уже лучше, скажите. Уже вот сколько мы стримим. Час 30, уже получше ситуация. Пел сейчас, кстати, по встречке ехал, нормально. Ну это гандон. А у меня что-то таких не было. Пробка, видишь? Сбавляем ход, значит. О, едь. Вот нормально тормозишь. Но у него тормозной путь гигантский, поэтому надо заранее, блядь, это все продумывать. Понимаешь? Держать в голове, блядь, что у тебя тормозной путь гигантский, можешь влететь. Ага. Ты видишь, хуйню какую-то заранее тормози, но не сильно. Ага. Так черышка впереди едет. У, я на Гелендвагене, мне похуй. Да, да, похуй. Да нормально, Вов. Да похуй, реально. Чё, я кочерушку какую-то жду, пока она проедет. Ну, бля, вот будь бы полицейским, вот такое вот ебло поехало бы, чё бы вы сделали? Я бы права отобрал нахуй просто, блядь, это вообще пиздец. Я починку стекла ему оплачу. Чё, потом номер карты скинет. Так, ты что делаешь-то? Чё, трахнул? Отпустил? Чё? Не надо! Ты что, что за чудище? Бля, что происходит? Что ты сделала? Это он за... Чудовище! Нормально, Вов. Сейчас я... Почувствовать дорогу надо. Сейчас. Бля, когда-нибудь пост выйдет, что она права получила, и народ такой, бля... Блин, вообще реально? Начнет скидывать вот этот стрим. Будет вообще виск, блять. Можешь реально право сдать? Ну да, да. Там тебя научат, кстати, рулить, блять. Не, ну и типа я не буду ездить. Зато ты будешь самая умная, блять, среди всех. Ну просто. Которая уже баранку хотя бы раз в жизни держал. Да. Просто прикольно буду говорить, а у меня права есть. Как показывает практика, даже несмотря на то, что у тебя права есть. Если ты не ездишь за рулем, блядь, ты все равно ездить не умеешь. Ну, понятное дело. Надо практиковаться. Если не практикуешь, все, ГГ, блядь. Бля, какой пиздец, шайтан-коробка, бля, я ебал. Да Вов, небольшой ДТП, ничего страшного. Куда ж ты подъехал, уебай? Ты людей, блядь, маршрутки убила нахуй сейчас. Там пустая. Никто не там сел. Там один вон сидит, блядь, бедный. Никто не сел на ногу. Бахуй, он в школу не попал, блядь. Ты чел контрольную пропустил. Я буду заебись. Он мне спасибо потом скажет. Так, тут уже машина, надо сбавить. О, молодец. Пойдет. Это
дырочку помещусь, поместилась? Ты не поместилась, ты ее сдвинула машину. Да, ты в курсе, сколько стоят ремонтные работы, блядь, на этой машине? Вот так вот один раз дырочку проехала, блядь, и ты уже должна и человеку, который это подвинула, блядь, и свою машину сделать, и, блядь, ну пиздец. Типа, тихо, тихо. Оп-оп-оп. Тихо. Нормально. Вот уже лучше. Вруби мне понг. Бля, ты мой газель ёбнула, говорит. Петя. Простите. Надеюсь, там она была, типа, пустая. Так, это что за прикол тут? Ты сейчас стоп въедешь. Не въеду. Въедешь. Нет. Въехала. Нет. Был? Был? Не был? Не нормально все. Так, вот это что здесь за прикольчик? Бля, ну какой пиздец вообще. Ну едь давай, ёбаный. Подожди. Направо тебе надо. Нельзя налево объезжать. Я понимаю, не, надо сейчас. Сейчас у меня все. Нормально, сейчас назад. Блять, ой, не заметила в окно. Ну, ничего страшного. Это, блядь, коробки. Сейчас. Что они тут устроили? Так, нормально все. Я на Гелендвагене. Так. Надо в дырочку эту попасть. Вот это, между ними. Че? Больше руль, блядь, докручивай. Сейчас. Что происходит, нахуй? Вов, я решаю проблему. Даш, заедь в бокс задом. Не, давай задом в бокс, Даш. Задача на сегодня заехать в бокс задом. Вот эту штуку, да? Да, вот эту штуку, сюда прям. Давай, сейчас. Тихо. Ой. Ну, чуть-чуть поцеловала стол. Задом дашь надо. Я знаю, я сейчас пытаюсь развернуться, чтобы туда задом заехать. Так. Блять, чё? Уф. Что, блять? Чё-то не. Я ебал, давай, Даш, надо в этот пит-стоп. Сейчас ударишься, еще чуть-чуть. Видишь, у тебя полоска, блять, где? Тебе надо заехать туда задом, ты что, не слышишь? Да я слышу! Кнопки перепутала. Че? Ой, что сделал? Ой. Ёшкин кот! Да блин, да я не понимаю! Лох, ну мне! Ты ебал? Лох, можешь туда мне на парковку? Можешь, блядь, тормоз выжать? Могу. Давай. Давай. Завези меня туда, чтобы я заехала. Заезжай, блядь. Можешь газ в пол не нажимать, спасибо. Чтобы я не въебывался. Чуть-чуть. Все, отпусти. Давай, тормози, вернее. Поехали. Но не сильно. Поехали. Похуй. Вот, надо задом заехать. В первый бокс вот этот, который видишь справа, за чатом. Сейчас, я подумаю. Как бы это сделать так? Машина едет задом. Угу.
И передом. Значит, нужно ее поставить передом так, чтобы она удачно заехала задом. Ну да, да, да. Еще руль можно крутить, кстати, если что. Ну да. Иногда. Ну ничего, сейчас, я сейчас разберусь. Значит так, мы перед. Бля, если кто-то это перезальет в ТикТок, там, блядь, по-любому нахуй я буду таким уёбком, и что я женщине не мог помочь. Да типа, нет, это прям вообще классика нахуй. Еще скажут, слышишь, бросай его нахуй. Думаешь, что это твоё дело? Побью я, бросай его. Блядь. Так, ну давай, вот задом надо как-то заехать. Так, подожди, сейчас я чувствую. Ага, оно туда. Да. А, руль прямо берем. Сейчас у нас... Так, мы боком почему-то едем. Блядь, это иди. Ну так. У меня же еще сзади окна есть. Ну вон у тебя стекло, ну это задняя камера показывает. У меня сейчас передняя. Тебе руль подсказка, блядь. Тебе рулем надо работать, а не, блядь, перестраивать машину 900 раз. Включай заднюю, ты заедешь оттуда вот спокойно вообще. А, кстати... Что ты нахуй делаешь, блядь? Если поворачиваю налево, она поворачивает... Это право, она поворачивает вправо. Выравнивай машину, блядь. Ты уже сейчас не заедешь. То есть мне прямо нужно, да, едем? Да. Стой, вот теперь думай, как бы тебе сделать так, чтобы, блядь, заехать ровно назад. Так. Нет, ну, заднюю включай, ага. Да что ж такое, почему? Даш, я не знаю, я не буду подсказывать, тебе надо заехать в бокс. Ку, ребята. Ку, здорово. Видите, это еще полбеды. В нынешнее время попробуй проканаться возле какого-нибудь ТЦ, где места вообще нету. Вот там мышление водителя максимально начинает работать. Блять, Даш. Нет, ничего. А, я поняла. Нам не надо встать чуть-чуть по-другому. Да, да. Мне нужно заехать, мне кажется, вот так вот сюда. Ну да, и потом просто назад включить, и так в таком положении ты можешь заехать ровно назад. Это так и делают все водители, я тебе сразу говорю. Ну я так и хочу. Ну то есть вот теперь, да, вот так и едь просто. Не, нет. Надо еще более, слышь, надо еще вперед чуть проехать налево, туда, вот, чуть дальше. Тогда точно доедешь. Нет, ты честно мне говоришь? Да, 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 чуть дальше надо доехать. Еще, похуй, толкай его. Толкай его, блядь, просто представь, что его нет. Вот, все, вот так теперь назад можешь заехать. Вот включай заднюю и заезжай назад. Ага. Не, еще чуть дальше надо. Не заезжаешь, походу. Что-то, конечно, что-то не так. Почему чат смеются? Они смеются, потому что пиздец какой-то происходит. Тебе задом надо заехать, блядь. Не, вот так. Опа, и руль сам крутит. Не, не в то. Нет. Во-первых, тебе первый надо, а не в этот, в закрытый. Да хоть в какой? Нет, а, первый, да. Первый тебе надо заехать. Так. Это паркинг. Я понимаю, я... А первый, который... Первый это чуть дальше получается. Вот он первый, видишь его теперь в зеркале. Mm. Так, ну давай. Подожди, я же ничего не жму, как она едет? Так, холостой, холостой. Это не тот, это не первый, Даша. Первый, вот он. Соответственно, на зеркале, вон вот, с рулем. Mm. Ты во второй заезжаешь. Может, я хоть куда-нибудь заеду? Тебе принципиально надо. Принципиально надо в первый заехать. Ты же не можешь, блядь, на мойку заехать, которая занята, правильно? Тебе надо в определенную мойку. Ну я подожду, пока, ладно. Чего, блядь? Ладно, сейчас. Давай, Даш, соображай, блядь, котелок варит, давай. У меня нормально варит, сейчас. Ну давай, я вижу, варит. Блядь, давай, едем. Так едем просто сейчас назад. Угу.
первый сейчас бокс у тебя слева, вот прям сейчас появится уже. Как ты так если едешь? Если он блядь? Слева, то... Бля, пиздец, тут математические решения надо сделать, чтобы, очень... блядь, понять. А куда я вообще сейчас еду? Ты да назад пуху... едешь, зачем? Да похуй, я еще передом заеду. Я сказал, задом надо. Я знаю, ну вот, пробуй ситуацию у меня. Хорошо, заедь туда, и надо будет выехать. Так ты же... Задом. Ты же заедешь туда? Давай заезжай передом, выезжай задом все равно. Или задом заедешь и выкатишься передом. Какая разница нахуй? Даже задом заеду? Ну так там что? Потом просто передом выкатишься, блядь. Или ты сейчас заедешь передом и надо будет задом выкатываться тогда. Просто последовательность другая, понимаешь? Сейчас я попробую передом заехать. У тебя же машина не двухсторонняя. Жаль. Так, вот так. Так-то я просто хоть вижу, куда мне заезжать. Оп, тихо. Чуть-чуть назад. Ты так не заедешь. Ты так зацепишь крыло правое. Как же тебе надо подальше встать от него. Был запас для маневра. Чуть-чуть ехать. Блять, ну ты задом опять будешь езжать? Ну а может задом? Ну давай, выровни тогда машину ровно напротив него и задом заедешь. Не понимаю, а как? Вот, все, тормози. Вот сейчас ты можешь заехать. Вон он справа, видишь? Нет, вообще, блядь. Посильнее выкрути рули потихоньку за дом. Вот вперед проедь теперь. Тебе донатер уже подсказал, что надо делать. Такое ощущение, что у тебя руля нет вообще, блядь. Ты им не крутишь. Все, вот, теперь тебе хватит заехать туда. Включи заднюю передачу. Ну? Ну что ты, блядь, делаешь? Да стой, тормози. Ну... Вот, идеально, как мне, чтобы оно зелененькое вошло туда? Ну, наверное, руль покрутить, я не знаю, блядь. О! А чё? Ты опять, блядь, давай по новой, блядь, ты врезалась. Да, что не уйдешь из этого дома, пока нахуй не заедешь задом нормально. Нормально стало? Да, давай включай заднюю. Это такой пиздец вообще, ну я не знаю, что может быть проще, блядь. Я понимаю, что для людей, которые ни разу не водили, это сложно, но я понимаю, я даю отчетность. Ё-моё, да ёшкин матрёшкин. Охуеть, почти получилось. Ну да, это почти, но это не считается, блядь. Надо заехать ровно прям. Все, тебе хватит. Думаешь? Ты еще, блядь, проще могла это сделать. Ну? Ну? Ну что ты делаешь, что блядь? Что я делаю? Ну крути руль! Че сейчас? Я вообще его не туда, походу, кручу. Я не понимаю. Ну, блядь, Даша. Я куда ехала нахрен? А, я щ... блин, все, я сейчас делаю все, нормально. Не суетитесь. Сутанели какой-то. Нормально, я сейчас встану к этой машинке синей. Сейчас переключусь на другую эту. Спокойствие, спокойно, спокойно. Ну, чуть-чуть. Ну, почти, почти, почти. Нет, двух оно не заедет. Ну так встань параллельно, блядь, это. Оп-оп-оп-оп. Тихо. Ну что надо сделать теперь? Нажать на газ. Нет. Чуть-чуть вот так. Вот так. Выкрутить руль. Да, да. В другую сторону теперь его совсем. Но потом ехать, а не ехать, а потом выкручивать. Давай заново, блядь. Чуть-чуть, а сейчас отъедем вперед. Да куда ж ты едешь, ты ёж?
ёлки-палки. Это меня уже начинает злить. Чуть назад. Бля, какой же пиздец. Смотри, Даш, ты можешь заехать из любого состояния, тормози. Угу. Чаем. Газку чуть-чуть прям, вот плавно едет. Ага. Тормози чуть-чуть. Чуть-чуть, говорю. Заранее выворачивай шлуп. Ох, да, давай, как будто этот я сейчас еду. Нет, давай вот, блядь, теперь... Вперед? Блядь, а что, тормоз выжми? Поехали. Не, я поняла. Давай, думай. Не, нихуя, бля, я тебе руль специально запутаю, бля, чтоб ты не повторяла движение. Все, давай, тормози. Так. Мы едем назад. Да? А, да, что? Давай. Руль должен быть. Я не думал, что это упражнение самое сложное. Бля, похуй, Даш, в любой бокс заедь, блядь. Но задом. Что-то не туда немножко. Может, она специально не заезжает задом, чтобы не уезжать. Не, ну я не... Даш, ну ничего, есть диван. Все дома тоже. Я говорю, Даш, я, блядь, не вырублю нахуй, пока ты, блядь, не заедешь задом туда. Мне похуй, но онлайн, блядь, я до последнего тут сидеть буду, блядь. Бог, я сейчас все сделаю. Нормально, не ссы. Нормально, сейчас все будет. Ну давай. Так на этих микрочеликах мне еще похуй. Мне главное заехать задом. Тут у нас крутится. Блять, казалось бы, вот оно, да? Висят такой, о, блять. Так, давай еще раз. Гайка, ты в курсе, что это миллион просмотров будет, блять? Это такой пиздец. В комментариях все будут писать, боже, какая она тупая. Как она вообще... Ну так это, блять, ради контента все, я же не сексист, блять, какой-то нахуй. Конечно, я бы помог в обычном случае, но это не обычный случай, блять. Это стрим. Не, я-то понимаю. Задача просто... понятна, блядь. Просто люди в комментариях не искали. Да похуй. Блядь, заедь туда, Даш, просто заедь. Ну надо... Да, блядь. Да я его мама! Нет, я ехала сейчас идеально. Я просто... Вот в этот момент у меня прям самый последний, я не понимаю, руль куда мне... Задом. Если... Сейчас я представлю, что я машина. Я сейчас буду думать, как машина. Если я машина, как я должна... Я машина, я еду задом. И мне нужно... Вот у тебя руль. Смотри, если ты едешь вперед, вправо это вправо, блядь. Если ты едешь задом, руль вправо, машина и влево, задняя, задняя часть или влево? Нет, если руль ты выкручиваешь вправо, в правую сторону, да, то и машина задом едет в правую сторону тоже. Как это так? Блядь. Я хуй знает, как объяснить, слышите? Как так, блядь? Я машина. Я сейчас... Отъезжай вперед опять. Угу. Вот так? Чуть-чуть. Вот так. Бля, прикиньте, это еще параллельной парковки не было. Я уже придумал, что следующим будем делать. Так. Переключаем. С параллелью даже у меня иногда проблема. Уф, я доехала! Смотри. Нет, ты ударилась, давай заново. Ты ударилась заново. Вот. Не было! Так, коса нет. Ну, проедь дальше, хорошо, проедь просто дальше. Проедь. Все, ты ударилась. Давай, блядь, за дальше, заново. Все, Даш, у тебя крыла нет, понимаешь? Все, но смятку нахуй. Да нихуя, блядь. Да нормально, все, Вов, я разберусь.
Идеально. Ну, почти. Идеально. У меня там тютелька в тютельку. Сейчас посмотрим. Ребят, доебаться надо. Так, смотрим. Ага, наехала, блядь. Выезжай заново. Ну ты наехала на эту хуйню, выезжай. Все, у тебя, блядь, колеса нету. Выезжай заново давай. Все, видишь, у тебя машина застряла, блядь. Блядь, еще и выехать проблема, я ебал. Я не знаю, что это так сложно. Даш, ну смотри же в зеркало заднего вида и прикидывай расстояние. Блядь, я не думал, что выехать тоже будет проблемой какой-то. Отлично, выехать окей. Вот едь дальше. Я заеду, куда ты меня в эту сторону уедешь? Заезжай, тормози. Я уже руль чувствую. Что ты чувствуешь? Вот тебе сюда надо заехать, а не в дальний. У тебя полоска сейчас на дальний смотрит. Сейчас на передний. О, ну, кажется уже, о. Во. Что надо сделать сейчас? Ехать. Блять, нет, надо руль было выровнять. Ты попала в ДТП, переделывай. Ура. Переделывай, блять, что? Это бага забагалась. Просто. Не забагалась, давай, тормоз выезжай, блять, и там же делай. Давай по новой. Все, можешь отсюда стартовать. Заезжаем. Вот тормози, блядь. Ну что вот ты делаешь? Ну, что сейчас я нужно сделать? Сейчас 50-летний дальнобойщик. Папа Володя учит дочку водить барабан. Тормози. Что сейчас нужно сделать? Выровнять руль. Ну, делай. Очень тяжело объяснить человеку, который не водит машину. Нет, он не ровный. Руль имеет несколько фаз. У тебя сейчас все равно колеса направо смотрят. Тебе еще раз надо его крутануть. Все, теперь твои колеса ровно. И дальше по чуть-чуть, по наклону, в правую сторону его, блядь, поворачиваешь. А, хотя нет, у тебя тут, блядь, здание, видишь, в упоре. А значит, что, отъехать вперед можешь? Да, вперед отъедь просто. Правее чуть, соответственно, надо руль сделать. Вправо и влево затем. Все, тормози. Вот, ты выровняла машину. Дальше сама давай. Колеса у меня сейчас прямо. Ну, да. Не, еще чуть-чуть. Охуеть! Ёбнешься, блядь. Идеально. 20 минут мы пытались запарковаться, блядь. Здравствуйте, я владелец, вы мне разъебали всю автомойку. Так еще не даете другим заехать. Я сейчас своих братков на Deo Nexi позову и украду вашу каменную девушку. Это не моя, забирайте.